Жители Лондона потрясены ужасным убийством, которое произошло на юго-востоке британской столицы. Двое неизвестных напали на мужчину, который предположительно был военнослужащим. Однако эта информация пока не подтверждается. Сообщается, что на мужчине была футболка с надписью «Помогите героям». Это название благотворительной акции в помощь военным, получившим ранения. Очевидцы рассказывают шокирующие подробности. Преступники наносили по мужчине рубящие удары ножами и, оставаясь на месте преступления до приезда полиции, предлагали людям, которые в ужасе смотрели на происходящее, делать фотографии. Во время задержания подозреваемые были ранены полицейскими и затем госпитализированы. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал свой визит во Францию и, вернувшись в Лондон, утром 23 мая планирует провести экстренное совещание правительства. В своем заявлении он назвал произошедшее самым ужасным преступлением и сообщил, что полиция выясняет все факты, однако есть убедительные признаки, указывающие на то, что это действия террористов. Вечером 22 мая также прошло экстренное заседание правительства, которое длилось около часа. Его участники сводили воедино все имеющиеся сведения, чтобы понять, что именно произошло. Полностью подтвержденной информации пока нет. Похоже, пока все стараются действовать очень осторожно и не делать поспешных выводов. Однако появляются видеозаписи, и на одной из них, предположительно, один из нападавших заявляет, цитата, «Клянемся всемогущим Аллахом, что не прекратим бороться против вас. Мы сделали это потому, что каждый день гибнут мусульмане». И поэтому, как заявил этот человек, их жертвой стал британский военнослужащий. Это принцип «око за око». Реакция британских властей на произошедшее была очень серьезной, как на террористическую угрозу высокого уровня. После того, как утром премьер-министр проведет экстренное совещание, возможно, станут известны какие-то новые подробности.